Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Целевая проверка состояния промышленной безопасности. Смоленская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию в ходе плановой противоаварийной тренировки. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». На данный момент выработка составляет 101,17% от плана. В работе 27 энергоблоков. Суммарная мощность 21574 мегаватта, что на 820 мегаватта выше заданного графика фаз. На Смоленской АЭС в работе и второй, и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 1998 мегаватта. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер один с 21 августа находится в плановом текущем ремонте. За 30 дней августа энергоблоками Смоленской АЭС выработано 1,8 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 462 миллиона. С начала года выработка составила более 14 миллиардов киловатт-часов, сверхплана 748 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС завершилась целевая проверка состояния промышленной безопасности, которую проводила комиссия концерна «Росэнергоатом» с участием специалистов Белоярской и Нововоронежской АЭС. Целевые проверки проводятся раз в 5 лет на всех российских АЭС. Их цель – это оценка соответствия системы управления производственным контролем и промышленной безопасностью на предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты, требованиям законодательства Российской Федерации. В течение недели эксперты изучали нормативную документацию, совершали обходы производственных площадок Смоленской АЭС, в ходе которых оценивали состояние оборудования, проводили наблюдения за рабочими процессами, беседовали с персоналом на предмет знания и понимания ими своих должностных обязанностей. Особое внимание комиссия уделила обмену положительным опытом и выявлению сильных сторон в проверяемом направлении. В частности, передовой признана практика Смоленской АЭС по организации дополнительного профессионального обучения специалистов в области промышленной безопасности непосредственно на предприятии. Вся подготовка специалистов и руководителей по промышленной безопасности осуществляется собственными силами, на что у них имеется соответствующая лицензия, соответствующий персонал, материальная часть, классы. То есть вот это я считаю, что большой шаг для Смоленской АЭС и вообще для всего концерна. Особенно в той ситуации, когда высокое руководство поставило цель осваивать новые бизнесы, новые направления. По итогам проверки в течение двухнедельного срока в концерне «Росэнергоатом» будет утвержден акт, в котором найдут отражение направления для дальнейшего совершенствования деятельности в области промышленной безопасности на Смоленской АЭС. Смоленская АЭС провела совместную противоаварийную тренировку с внешним формированием – Центром аварийно-спасательных операций «Экоспас». На тренировке отработаны практические действия по управлению условной нештатной ситуацией на территории склада химических реагентов Смоленской станции, организация химической разведки, использование новой техники, локализация и устранение последствий, взаимодействие между участниками аварийного реагирования. «Экоспас» в очередной раз показал нам свою отличную экипировку, слаженные действия, оценка тренировки дана хорошо. Противоаварийные тренировки проводятся на Смоленской АЭС регулярно и являются неотъемлемой частью обеспечения ее безопасной эксплуатации. Их цель – отработать взаимодействие между подразделениями атомной станции и внешними организациями, правильные действия по защите персонала атомной станции и населения, проверить эффективность мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций, а также готовность противоаварийных формирований к устранению чрезвычайных ситуаций. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС.
С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленской АЭС» в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.